У нас первый гриб. У нас первый гриб. На участке вырос. О. Шампиньон. Нет, порховка. Потом, который будет взрываться. Но который сейчас типа вкусный. Здрасте. Вы на канале, где семья живет в лесу под названием Черничный хутор. У нас сегодня праздник. Мы будем отмечать день рождения. Но обещали вам и сами не хотим снимать это все. А зачем эти гулянки, застолья? Ну, может быть, так поснимаем деревенскую жизнь, как мы просто готовимся к гостям, там, не знаю, как мы, может, получаем подарки. Наверное, об этом будет ролик. Вот, и все. Короче, можно сказать, что обычный наш день. Пошли выпускать цыплят. Тут цыплят, наверное, сейчас штук 50. Выходите. Четыре квартухи. Как они? Они, наверное, всех своих цыплят перепутали. Выходите, выходите. Птицы на хуторе не будет, сказал Дима и завел 100 голов кур. Тихо. Нет, ты мне сказал, помнишь, будут маленькие, 10 штучек бегать и все. Нет, так мы продадим. У нас на сегодняшний день, если бы мы хотели продать, у нас бы все это купили. Каждый раз пишут нам в Инстаграм, а можно купить у вас цыплят? Может купить цыплят. А как их продать, цыплят, если я уже вижу, где петухи, где курицы? Ну как я буду продавать цыплят? Возьмите вам всех петухов, кур я не отдам. Поэтому будем их продавать осенью. Петух и две курочки. Уже взрослыми. То есть, ну, лучше взрослыми семьями. А лишних петухов сделаем супчик. Все. Ну, людям будет супер, потому что у нас здесь кровь разная. Мы в прошлом году два раза докупали с разных хозяйств. И в этом году два раза с разных хозяйств. Так, остальные выходим. Давай, давай, с разгона. Оп, есть. Пошли. Что-то подозрительно, с сарая вышло только две индюшки взрослых, а где третья? Может, она на яйцах сидит уже? Пошли посмотрим. Пищалка. Надо уже их немножко приучать к рукам. Ага. Потому что наш панталон, из-за того, что растет сейчас с этими дикими поросятами, он диковатый. Не хочет, чтобы мы его гладили. Вот сейчас мы его едой будем учить. Глажу. Панталон, иди, а то холодным останешься.
Не бойся. Видишь, всех глажу. Видишь, бочку глажу. Иди, тебя поглажу. Иди. Иди, панталон. Вот там где-то индюшка была. Пошли посмотрим, может, ее кто и съел. Потому что вчера мы видели в сумерках по деревьям кто-то скачет. Я думал, белка. Выхожу, а там вот такой вот то ли хорек или куница. По верхушке деревьев собаки гавкают. Может, он где и задрала нашу индюшку. Идем глянем. Где-то там гнездо было. Так, индюшки нету. И гнезда с виду вообще не скажешь, что она здесь есть. Индюшка, наверное, поэтому и ушла так далеко, потому что здесь Цунайда воровать уже яйца не будет. Посмотрим, что у нее тут. А у нее тут 1, 2, 3, 4, 5 яиц. 5 яиц. Они все не заигранные. В любом случае индюка нет. Оставим ей 2. Накроем. Вынесется полностью. Когда она полностью вынесется, мы ее перенесем в сарай, посадим на яйца. Только возьмем уже яйца у тещи, может, заигранные. А может, где-нибудь павлиньих яиц возьмем под нее. А вообще, кстати, она у нас пропала. Мы уже в нее это ее садим. Почему-то сегодня в сарае вышло 2. Надо понаблюдать, где она гуляет, 3. Яйца яйцами, но посмотрите, черника уже начинает цвести. Уже скоро у нас будет черника. Правда, сегодня ночью мороз обещают. Надеюсь, не поморозит эти ягоды. Закрыли в электропастухе только свина. У нас сейчас немножко другой план. Мы выпускаем овец. Овцы утром гуляют везде. Наедаются, и тогда мы их заманиваем в электропастух. Днем они просто лежат, и вечером опять выпускаем, наедаются, потому что в электропастухе они уже все съели. Летом то будет там еды достаточно, а весной все съели в электропастухе. Редиску мы кушаем полным ходом. Вот как раз к нам к день рождения она созрела. Большая, крупная. Ну, вот сейчас такого вся размером. Само то. А тут же у нас еще 25 голов. Тоже открываем им, чтобы они на солнце сидели днем. Типа. Вот курчавая, хорошая мамаша получилась. А пугливая была такая, не подпускала к себе. Тихо. Ну нету индюшки, только 2 взрослые. Где она делась? Вечно в лесу проблема, кто-то потеряется. Но потом находится всегда. Дольше всех на яйцах сидят это индоутки. Вот сколько у них теплых яичек. Когда ж вы уже вылупитесь? Еще и утята будут лазить у нас по двору. Переживает? Да, индоутки сидят чуть ли не 35 дней примерно. Вот сколько куриных яиц еще. Валентина. В холодильник или еще посадим еще курицу? В холодильник, все, хватит. Как хватит? У нас очень мало кур. Ага. В холодильник.
Идите гуляйте, где хотите. Идите гуляйте. А в обед пойдете в Электростук. Идите кушайте везде. Идите, ну. Не верят своему счастью, просто не выходят поэтому. Пошли, Дик, выпусти. На козлов пока покупателей нету. Может, кому-то надо козлы? Пишите в Инстаграм. Цвет один красивый, а один очень красивый. Вам какого? Джина, вылазь, и тебе тоже дадим. Джина. Ой, да это не страшно, ты моя хорошая. Ну, чуть-чуть. Один укол и все. Оп. О, все, молодец. Все. О, ну, дед, ты моя умница. Страшно пока. Сейчас опять день не подойдет к нам. О, видишь, и все. И можешь дальше по своему лесу гулять. Когда-то 4 года назад мы сами попросили ветслужбу приехать к нам и сделать нашим животным уколы от бешенства. И теперь уже без предупреждения, без звонка, ровно по расписанию, каждый год они приезжают, сами всех наших животных прокалывают, укол бесплатный, ничего платить не надо. Ну и мы не переживаем, что действительно как их укусит какая-нибудь бешеная лиса, куница, там, я не знаю, они поваляются на какой-нибудь шкуре мертвое живого животного и принесут домой бешенство. Ну, спокойствие сразу появляется. И приятно, конечно, приехали, записали себе в базу. Все еще через год мы их, конечно же, опять милости просим. Гостей будет много. Кого-то даже положим прямо на террасе, на матрасах, на полу. Я думаю, они не обидятся, нормально будут спать, правда? И раскривушки еще поставим. Утки пищат. Утки. Бегунок проклюнулся. Получается, мы еще на рыбалке не были, а раскладушки уже пригодятся. На кухне будет как-то теплее, чем здесь на холодной плитке. Ну, то это уже не раскладушки, это уже ложе ты сделала. Ну, ты бы на такой спал бы? С удовольствием. Ну, все, значит, будут спать. В тесноте да не в обиде, да? Вчера вечером целый такой ков ждал травы амуром. За утро все съели и за вечер. Сейчас опять теперь уходят, поплавают поверху, еще просят. И вообще сейчас будут гости, мне некогда будет косить траву. Поехали попробуем на водоем ряски привезти бочку. Ряска хоть будет плавать, она не будет портиться. И может бочка бочки на дольше хватит. Вот это я корма нашел. Благодаря шлюзу здесь ряска задержалась. Будем ловить. Главное, чтобы слой был еще нормальный, толстый. Ну-ка, 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 что здесь у нас? Пойдет. Тут все будут довольны. И карпы, и амуры, и осетровые. Причем вкусовые предпочтения амуры отдают почему-то в первую очередь траве. Так что сегодня съедят всю траву,
а завтра уже перейдут на ряску. Машка, Дашка, оп, теперь пошли в пастух, пошли. Гриша, пошли. Пошли, там кушать идем. Погуляли, классно. О, в обед даже получилось белку закрыть с козлятами, пускай привыкают. Сегодня козлятушки получат первый удар электрическим током. Это будет их первое воспитание. Так, польем теплицу, а вечером будем редиску собирать. Поймаем пчеловода, какую-нибудь пчелку. Кондиционеры продувают, а пчелы будут греть. Оп. Это вот у меня укусы старые остались. Но вокруг даже нет следа, что индюшка пропала, то есть нету перьев. То есть это или хорек куда-то утащил ее далеко, на месте схватил, или она где-то села на яйца и не приходит. Я не понимаю, где она. Индюшка вышла из леса. Ну-ка, ну-ка. Иди покушай, дам, иди, на. На-на-на, кушай. Получается, то, что мы с вами нашли, это другая белая несушка несет. А это уже где-то села на яйца, значит. А вот где, нам надо проследить сейчас с вами. Ага, вот это белая. Вот это наша большая белая, которую я думал, перепутал с той. Это большая черная. А за той будем сейчас следить. Уже идет на место садиться. Эти все тут. А того пошла за домик на дереве. Куда-то туда уходит. Вот что значит, животные живут на вольном выгуле. Свиньям не нравится рожать в сарае. Индюшкам не нравится нестись в гнездах. Ходят в лес постоянно.
Ну привет, хитрая. Показывай гнездо. Показывай, показывай. Ничего не знаю. Шипишь тут мне. Сколько штук нанесла тут? Покажи. Давай. 2 яйца? Ну, теплые уже. Очень странно, да? Может, она только начала нестись? Будем наблюдать дальше. Вскочила и убежала. Но не будем забирать, потому что найдет туда еще такое место, которое мы не найдем. Главное, что мы уже знаем опять, где наши индюшки несутся, 2 белые, а черные пока не найдем. Иди назад, ладно, иди. Сидеть еще рано, что она там... Хотя яйца теплые. Может, остальные Найда уворовала? Сам не понимаю, что такое. И ты не слышишь, что машина подъезжает. Ты глухомань. Где чужой? Где взять? Булька, кто едет? Кто едет? Булька, посмотри. Кто? Булька, Булька. Взять. Чужой. Смотри. Иди. Булька занята. Так иди к зайцу. Смотри, что за собаки. Наконец-то. Кто? Булька с Костью побежала гавкать. Найда молодец. Найда молодец. Гавкает. Найда думает, вы бегите, бегите, я пока у вас кости буду воровать. Короче, охранники у нас нормальные. Здрасте. 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 Привет. Здрасте. Ну, вы 2 года назад подарили такую огромную кружку. Я сейчас жду. Он ждал ложку. Я сейчас жду такую ложку, но в виде черпака такую, нет? А что раньше Валик не сказал? Жалко. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. С прошедшим. Спасибо. Доставай что-то. Ты ничего не рвешь. Если хозяйство тебе годится. Ты бумагу не рвать? Конечно, не рвешь. То есть печку нельзя? Да, я шучу. Конечно. Именно для печки. Это основной подарок. Любовь это love is. Когда он с черничного везет тебя не только на рыбалку, но и за зима. Ну, Валька-то красивая, я такой страшный. Кристина выбирала фотки, говорит, он Дима везде получается, бля, Валя не на камеру. И на рыбалке, когда с этим. Мы хотели, да, с рыбалки, я думаю, это... Спасибо, классно. 9,60. Можно пополам порезать и все, подожди, не отпускай. Вот здесь примерно. Короче, даже в праздник мы убиваем 2 зайца. Пока Вадим приехал, то я попросил его привезти бензорез. Столбы электрические, мы их выкупили, эти бэушные. И они нам пригодятся для нашего будущего проекта. Просто их надо было порезать вот так вот пополам. Так, еще режем дальше, да? Oh,
Слышь, так, а что это самец на каблуках ходит? Это, походу, Филипп Киркоров. Иди там, там у них девочка. Не забирайте. Так, давайте тогда подъедем к этому, к сараю их. И подвезем их сразу в сарай выпустим. Но он живой? Нет, нет. Искусственный, блин. Сейчас овец загоним и павлинов с овцами и козами. Туда-сюда выдвигаем. Нет, ты можешь его отсюда... Не-не-не-не-не-не. Да. Давай самку, уйди сюда. Давай сначала самку раскрыли. Заходим и здесь сразу выпустим. Так, это его девочка, да? Угу. Выпускай. Оп. Оп. Иди, 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 не бойся, эти овцы, они не кусаются. Иди. Иди, иди. Ага. Короче, эта женщина сказала, что с ним надо разговаривать. А как его зовут, или у него нет имени? У нее все малыши. Она сказала, ему 4 года, с ним надо разговаривать. Ага. Короче, любить его надо. Любить его надо? Ну, он красивый, да. Ну, так и самочка ничего. Так, а как же тебя достать, слышь, самец? Ох, и хвостище, В одном месте завязали только, да? Да. Давай, я его держу за крылья и ноги. А вы стягиваете мешок. Давай, держу. Стягивай, стягивай. Я поднял. Какой павлин. Как мы о нем мечтали, да? Ему 4 года. Спасибо. Крутой вот хвостяр, а. Пускай с овцами пока потусуется. Пускай вообще к сараю привыкнет, и к звукам собак. Его здесь... А они его не затопчут, нет? Не-не-не, он нас не обидит никто. Нет. Они животных не обижают. Тем более, что овцы, они не хищники. Тем просто, более... курятник его, курятник он не пойдет. Там потолки ниже. Ему надо высоко сидеть. Ну все, осваивайтесь. Крутые, конечно. Угу. Поехали. Поехали. Поехали на праздник. Поехали. Дорогой Дима и Валентина. Мы складчики долевого строительства этой двухкомнатной квартиры, о которой вы мечтали, которая будет установлена на любом желаемом вами речном, озерном, водохранилищном берегу Республики Беларусь, России и прочих других стран. Италия, да, норвежский лосось. Да. Короче, вот мы сложились с хлопцами, и вот этот подарочек для вас. Палатка, о которой ты мечтал. Спасибо, ребята. Бара-б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 ара. А у Олега еще есть что-то? Вот, да, небольшой это сувенир. Это все из продукты пчеловодства. Двухкомнатная квартира. 5 метров длиной. 1.90 высотой, а здесь даже до 2 доходит. 4 человека. Валя, Ваня, Дима, ну еще кто-то. Еще кто-то. Ну, Ванина, боже, подружка. Вадим, мы уже твою машину всю подарками завалили. Но это ж лучше, чем павлины. Я себе заберу. На обед пришли только 2 свинки и 2 кабанчика. Как думаете, где остальные?
маленьким панталон не дает пищалке дойти до обеда. Это ж такой мелкий, такой настырный, все, уже любви требует. Не дает и все. Значит, хорошего мхряка выбрали, производителя. Идите кушайте, чудики. Панталон, дай поглажу тебя. Кушай, кушай, панталон, кушай. Хлеба от стола, от гостей осталось много. Рыбка довольная будет. Дети уже вокруг сарая ходят, хотят познакомиться с павлинами. Ну что, где павлины? Выходите. Все, кроме павлина, выходим. Белка, пошли, ну что ты стесняешься? Пошли, белка. Выходи, не бойся. Пошли, пошли. Кушать. Ну идем, ну чё вы. Вот так, молодец. Друзья, весь сарай в павлиньем хвосте. Не повезло. Дело в том, что одна из двух причин. То есть, или он сейчас линяет, потому что хвост у павлина, он же не целый год. Он на весну, а потом опять его... Дулька, не пугай павлина. А потом он на весну появляется, на зиму как бы скидывается. Или вторая причина. Мы как-то держали фазанов, и заходишь в клетку, хочешь поймать фазана, вот за то место, до которого ты дотрагиваешься, фазан резко скидывал перья. То есть и тут, скорее всего, если ночью до этого хвоста дотрагивались овцы, павлин же не понимает, что они не агрессируют. И тоже он скидывал этого хвоста. Булька нельзя, булечка нельзя. Нельзя. Именно этот павлин и ценился за большой хвост. Павлины, чем старше, тем дороже, потому что только... К 3 годам павлины начинают спариваться с самкой. И только к 3 годам у них отрастает полноценный большой хвост. А первых 2 года они как самочки, можно сказать. Мы пока его не будем выпускать на улицу, правда? Это диковатая птица. Он может и на крыло 300 метров улететь. Поэтому пускай привыкнет к звукам собаки, хрюшкам, ковцам. Пускай пока привыкают к помещению, к хозяевам, и тогда уже будем выпускать их на улицу, будут ходить. Все. Недельку взаперти. То испугаются тебя, улетят. Те яйца, что Юра переворачивал, осталось всего лишь 7 штук. Это индоутки. Они долго. А с бегунков из 10 яиц было 6 незаигранных. А из тех 4 яиц вылупилось только 2 вот таких вот. Они как пингвинчики ходят. Или как люди. Прямо стоячие. Я очень надеюсь, что индоутка наша, когда вылупится у нее утята, примет этих 2. Потому что мы с ними будем делать? Мы же не будем их воспитывать. О, как стоит, видите? Утька. Под последним роликом, где мы показали, где Юра подарил нам эту великолепную люстру и такую досочку, и было сотни комментариев.
сотни комментариев. Юра, тебе надо открыть мастерскую, тебе надо продавать вещи, тебе надо какой-то заниматься деревообработкой, а где купить такие досочки. На самом деле, таких комментариев уже было сотни и до этого. Под прошлыми роликами писали: Юра, купи хутор. Юра, тебе должен, у тебя должен быть тоже дом. Юра, тебе надо завести свой канал. Как бы я Юре тоже говорил, давай, я говорю, может тебе тоже хутор купить? Он говорит, да ты что мне, говорит, уже здесь видеть не хочешь, говорит, когда я буду, где я тогда ездить, если, говорит, тоже куплю. Так давайте, может, действительно, Юре, может, он со временем откроет канал, но пускай сначала действительно вот начнет продавать вот такие досочки. Вот именно с логотипом «Черничный хутор». Убиваем два зайца, и Юрий на блесны будет, и подписчики будут с сувенирами будут довольны. Для этого что мы сделаем? Что мы можем сделать для Юры? У нас есть телеграм-канал, там сейчас 11 тысяч подписчиков. Вот. Отдадим ему права этого канала, то есть мы будем, получается, правообладатели и он сможет туда, как администратор, скидывать свои работы, свои контакты. И кто хочет, может у Юры действительно заказать вот такие вот досочки, какие-нибудь разные, там, может, какие-то он что-нибудь еще придумает. А потом уже со временем, конечно, пускай, вот у него даже Инстаграма нету, и Инстаграм заведет, и Ютуб канал заведет. Давайте начнем с малого. Как вы считаете? Так что, кто не подписан на телеграм-канал, подписываемся. Там Юра будет скидывать свои работы. Ну, не скоро, конечно. Он за всю жизнь еще ничего по дереву не продал. Это у него все для души. И может... Я что-то не могу неделю вытерпеть. Пошли павлина выпустим. Собак загони. Дик, Булька, место. Пошли быстро на место свое. Быстро вдвоем. О! Молодец, Булька. Заходи, хитрая. Заходи, Булька, на место. Молодец. Все. Полчасика посидите. Посидите в вольере. Ребята, гулять. О, идите травы покушайте. Чур не летать. Теперь я все, что осталось. О, кушайте траву. Ну-ка. Сыпа. Картошечки будете? Дайте мешанку. На, кушай. Иди кушай. Хорошо, что они держатся друг друга. А траву кушали уже? Нет. У них шок, они даже вот траву не едят, да? Значит, и мешанку есть не будут. Не бойтесь. Вот как она шею так напыжила, чтобы казаться крупнее. Типа она большая. Что-то убегает. Иди назад, не бойся.
она, вот смотрите, идет, куда глаза глядят. Она хочет от нас убежать. То есть он понимает, что это ее, его дом, а она пытается убежать от нас еще. Она такая паникерша больше, самочка. А самец такой спокойный, как будто он знает, что я такой дорогой, что меня есть невыгодно. Что я по-любому здесь буду долго жить. И меня не обидят. А она беспокоится, переживает. О, траву начал кушать, да? Угу. Осваивается. И она пошла в банду. Почувствовал, что пришли индюки, и они более как-то успокоились. Давай, может, загоним. Давай, загоняй. Так, идите в сарай. Идите в сарай, идите. Хватит для первого раза. Эта птица более дикая, чем домашняя. Павлин с Индии, индюк с Америки. Чем-то они похожи. Не бойтесь, наоборот, будет защищать вас от коршунов. На такого длиннохвостатого никто не нападет. Идите.
слышал. Это немножко страшно. Все. Будьте дома. Реально какой-то птичий хутор стал. Все, 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 положу. Каждым днем вода все падает и падает. Вот это был максимальный уровень воды в этом году. Уже сантиметров 20 помельчало. К сентябрю упадет примерно на метр. Но мы не переживаем, в любом случае она не пересыхает. Тебе что, рыбы поймать что ли? Заглядываешь так. Пока только головастики есть. Все, пускай сидят еще пару дней. Так, что, на улицу пойдем? Сколько у вас тут комаров? Пригодилась в туалете розетка? Зинка, нет, нет. Зинка, нет. Зинка, нет.
наших животных начали мучить комары. Впервые в этом году надо их побрызгать. Комары за ними толпами летать не будут. Домик, что построили для уток, заселила птичка, трясогузка. Получается, вот эти две сейчас стоят, сидят там. Защита есть. Куница, ласка не влезет. Коршун никак. Полная безопасность. Еще и вокруг комбикорма насыпали. И они там целыми днями в этом домике сидят. Молодцы, уже привыкают. Сами залезли на жердочки. В этой кастрюле зеленой я уже им поставил корм, чтобы у них постоянно был комбикорм. И туда не залезут овцы. Вот видите, оп, скворец полетел. А в наших скворечниках живут скворцы. Причем раньше жили синицы, но сейчас скворцы их выгнали. И, видимо, к осени опять будут синицы жить. Короче, птичий хутор, я вам говорю, птичий. Карпик усатый.